Так, что это за режим? Объясни. Фиг знает, это Monster Death Run. Доктор Dragon Balls. Боже. Это скрытая реклама у тебя, да? Да. Потому что ты его написки YouTube. Да. Есть скрытая реклама youtube.com/mordicai. Такого нет. Да есть, я ж видел. Мы сделаем. Я видел. Ты там с друзьями что-то Майнкрафт хотел снимать. Да, да, да. Какой-то Warface еще был. Это Warface, Майнкрафт. Это было года 4 или 5. Это 2 года назад было. А, может, 2. Может, по 2. Может, и неделю назад был. Нет. У меня комп слишком слабенький, чтобы новые игры снимать. И для чего-то я буду снимать, наверное, только Fallout, Borderlands и... Майнкрафт. Диабло, наверное. Майнкрафт. Ты же не в Майнкрафт не потянул. Обычный тянет, если модов ты потянул. Ой, блин, ну ладно. Короче, Спектр, я против тебя, потому что Мордицай ничего не сделает. Ну ладно, Мордицай так Мордицай. Короче, я помогаю тебе сначала добить Мордицая, а потом уже... О, да. Что здесь надо делать? Я слышу вертолет. Я тоже слышу вертолет. Мне страшно. Надеюсь, не я на нем буду. О, да, мы будем бежать, должен и... Так, захват, о, Оли, да, либератор, ни хера себе. Монстр килл! У нас тоже либератор. Drive the monster truck to the landing pad. Что? Что делать-то? Ты должен нам помешать и забрать нашу машину. Ах, нихера. Что? Мордицай. Мордицай, скажи, что я делать должен. Нет, по мне, как нам надо ехать. Давайте скооперируемся и все это сделаем вместе, потому что чтет мне не нравится, что происходит вокруг нас. Ой, бля, что это? Нет! 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 Поехал. Тамки. Да, там все подряд. Это мега продвиж какой-то. Что, это? Это какой-то ультра проджоп. Election day. А, надо наверх, ё-моё. Ой, бля. Ай. А, тут какая команда еще раньше достала. А как это сделать, когда здесь 4 танка около трамплина? Вот так вот. Козлы. А либераторов-то лимит. Нет, они фанятся. А, окей. Да, ну, давай. А, тут стреляют. Вот здесь наши силы равны. Да. Охереть, как равны. Ой. У кого-нибудь есть РПГ, что ли, я не знаю. Нет, вообще ничего нет. Так тут оружие отбирают. Да там можно было вроде поставить. Эй, Мордицай. Ой, я знаю, блин. Ой, тут еще база отлетает. Тут еще база отлетает, да ладно. Да. Здесь жесть полностью. Голомдит. Кто этих ботов настроил? Dragon Balls, да. А, Dragon Balls, да. Знаешь. Если я не пройду, я найду его канал и скину в описании, чтобы захейтили нахуй. Воу! Что такое Мордицай? А, ну ладно. Это сложно. Я, короче, вообще задом ехал до этого. Очень долго. Да? Есть! Я сделал это! Блин, я только почти доехал. А, еще? Победа. 15? Да, 1600. А, 2800 маловато. Да ну нафиг, пошли что-нибудь другое. Угу. Да. Тут не подрейдер, но не ехал, прям есть. Нет, нет уж, нет уж.
А ты, кстати, проиграл, ты будешь это скидывать? А, ну, я подумаю. Напомните, на что мы копим? Я копаю. Мне на модификацию. И мне на магазин. Что это было? Какие оригинальные шутки? Оригинальные. Ладно. Они у меня легендарные. Ой, Костя, такой шутник. Максим, ты будешь купить этого райда? Я лучше на спорткары куплю. Они круче, они на стрим. Эмордицай. По мне так лоурайдеры круче спорткар. Не, спорткары это. Ничего сейчас. Кто включил? Дицай. Че, Мордицай? Ты там слушаешь? Мордицай музыку там слушает. Ну, у меня сэлс ранен. Я буду свой клаксон слушать. Он чё, уже загрузился? Вот человек, блин. Если я поставил клаксон из Сан Андреаса. О, да. Он, наверное, там вообще чуть слышится-то. Он? Наоборот. Я его... Нормально, он громкий. Да. Задание, задание, задание. Так. Следующее. Так, чё у нас? Да. Вот это можно проиграть. Это прям отлично зайдет. Что там? Электрический РПГ против снайпера. Мне уже страшно. Электрический РПГ? Ясно. Здесь очень... Если в темп нажимать на shift, то он стрельник. Задолбал лес, ты мне уже пушу. И ниже. Ну чё? Где инвайт? Погоди. Что сложно, как это запустить? Да, не держим. А, я знаю, что не сделал. Не сделал цвет дыма. Может, потому что не за деньги играть. Я вот тоже сделал таким же зеленым. Что это там за звуки? Не пугают. Мордицай. Мордицай! Чё? Чё ты там? Я гоняю по округу Блейн. А я летаю по нему, давай я тебя подберу. Мы в разных лобби. Да? У меня по приглашению лобби. А, да, в разных. А я придумался не делать. Еще нужно будет нажимать на три кнопки до времени. Чё-то я не смог. Кого-то, кто дверь открывает? Мордицай! Тебя всё так слышно? Да. Ну где там кастомки, ёпта? Там загружается, GTA не выдерживает. Я нажал загрузить, но я... Мордицай не выдерживает? Да. Он слишком крутой.
Так, что там? Так, ща. Оп. РПК. Так, Максим со мной в команде был. Спектр со мной в команде не был. Один я был. А сейчас со мной Спектр. Максим один. Не надейся. Ты со мной будешь в команде, потому что ты первый присоединился. Или да. Не, а, нет, ты еще не присоединился. Кто первый, короче, присоединяется ко мне. Спектр, скорее всего, сейчас ко мне придет. А ты будешь один. Там же может быть команда будет. Там нельзя мне команду. Вроде так. Ну, я посмотрю. Не, нельзя. О, к нам кто-то четвертый присоединился, прикинь. Да ладно. Неужто? Да, есть и такое. Это будет очень быстрая игра. Не факт. Семь раундов, но... О! Мордецай. Да, да. О! А я... Чё у тебя со щеками? Окей, я один. Я немного там в городе обо всё подряд долбился. А, ну хотя чё у меня, я видел то, что у меня с щекой. У меня вообще нормально всё с этим персонажем. У меня всегда ссадины какие-то и синяки на нём. И чё делать? Ох, у меня пистолет. А, мы же не сотого уровня, чтобы у нас РПГ это было. РПГ, а как же РПГ против инцидента? Там тоже РПГ не было. А, нет, там уже, там как-то уже всё добавлено. А здесь нам придется перезарядиться пистолетик. А вообще попадаю к кому? Нет, я вообще тут один стою. По-моему, это бесполезно, не? Стойте на месте, дай попробую хоть кого-нибудь попасть, я не знаю. Ну такой это веселый режим. Я на пистолетах. Весело. Ага. Нахер сворачивать этот режим. Надо взять. Мы здесь никого не убьем. 7 раундов надо отыграть. Ага. Нахер. Не, ну убейте меня хоть как-нибудь. Ну гоу по очереди умирать тогда, я не знаю. Мы не достреливаем. То есть там достреливаешь, ты чё? Я вот спектр стреляю, никак не могу. Нет, вообще не. Меня пару раз попадали. Может, промахиваешься ими, может, как-то вот так. Ну, посмотри на спектр, я как к нему попаду, я по нему вообще попадаю, как так. Не. Сотый уровень. Да блин. Да сотого только пистолеты дают? Да. Да, ну. Чё, зачем ты 7 раундов поставил? Да я думал, что всё нормально. Я тут упал. Так плохо. Интересно, я могу спектр домой? Не. Можешь его столкнуть. Ага. Ну, давай, говорит, толкалку. Не успеете. У меня персонаж летит. Я не успел умереть. Или успел. Надо что-нибудь дальше интересное. Есть еще один режим, который так и не спустился. Электрический РПГ против мотоцикла. Нам РПГ-то не дадут. Блин, точняк, нам же РПГ не дадут. Ну там против мотоцикла с пистолетами можно, в принципе. Ну да. Это на та же самая карта, что и РПГ против Марио. Я пистолет против. Ну что мы только что делали, блядь? То же самое. Давай сделаем прыжок. Давай. Нет. Раз, два, три, прыгай. Это первого лица, все это еще делаю. Точно, надо от первого лица сейчас прыгнуть. Погоди! У меня еще персонаж упал и встал, как ни в чем не бывало. Что? Я видел. Надо сейчас от первого лица прыгнуть, да, точно. Да, я сейчас прыгну от первого лица. О, давай попробуем Макса в полете пристрелить. Нельзя стрелять, когда ты летишь. Вряд ли. Из этого. Не, я имею в виду, когда Макс летит, то мы в него стреляем. Летящая мишень. Да не получится. А чё нет? Нам вдруг может. Да не получится. А чё, без стрелять у тебя есть радиус, когда
не будут пули дальше. Ну-ка, так, давай, я высоко полетел. На первый этап еду как. Ну-ка, там реальности так полететь и. Хардкор Генри. Награда стоит до последнего серебро. Я тоже опять стал. Надо сейчас узнать, что застоять до последнего. Я сейчас за что-то загублю. Гим Браудер. Кстати, по сути, в принципе, можно сесть 7 раундов. Ну, АФК, что ты бегаешь, деньги нарезка. О, даже дождь прошел. Давайте попробуем этот раунд до конца доставить. Не. Ну, вдруг там дофига денег дадут. Не. Дадут, но... I am a bad motherfucker. Просто мама идет. Ох. Сейчас же копирайт дадут, то есть не надо. На. И опять встал. О, да. Ага, ты ж там. Какой-то не режим, а симулятор Бэтменов. Пиздец. Сколько еще раундов осталось? Ну, типа, вот сейчас 7-й. Один? На одну, ты последний. Давайте теперь выше падать. Я тоже хочу выиграть этот раунд. Не. Игра на терпение, Максим. Давай, хедшот. Я выносливость покачаю хотя бы тогда. Привет. Что у тебя с лицом? Я, кстати, уже 34 тысячи заработал, меня. Потому что с вами бегаю. Предметы. А, блин. Да-д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 а. А что не встал? Ну так получилось. Не в этот раз. Что ты делаешь, мордицай? Что ты делаешь? Прыгни. Короче, прыжок здесь это единственный вариант. Это игра на терпение. Ага. А кто выиграет, когда время закончится? Ничья. Кстати, возможно, ты. Не-не, ничью дадут. Не хочу этот режим, не нравится он мне. Где-нибудь уровня 100 может понравиться уже. Нужен читер, который даст нам РПГ просто так. Угу. Мордицай, прыгай. Нет. Они денег сюда дадут. И это еще не все. Это еще не все. 4200. Вау. И вновь дождь, что ли? Что ты там пальцем тычешь? Все. Все, отлично. Не, что-то режим. О, 10 кань, нифига себе. Ну, конечно, все равно дали 10 тысяч.
Ну ладно, ты меня убедил. Но этот режим ужасен. Так, а сколько у тебя еще осталось на улучшение? Лоурайдера? Да, не знаю, 1030 может. Мордицай, жми. Мордицай. Мордицай. Да я... Мне только... 10к, 10к. А когда я успел один раунд выиграть? Ла-ла-ла-ла. Вот тогда. Да. Когда? А, да, самый первый, когда мы оба, мы все упали, и ты выбрал первым. Ну что? Ладно, пошлите на нормальный там, где Марио против этого, снайперов. Да. Самый первый, самый идеальный.